Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать, что происходит с выпускниками моего тренинга «Биржа для чайников». Дело в том, что всех, кто записался на тренинг живой, либо в записи, я включаю в общий чат, в котором можно задавать вопросы, и в котором мы обсуждаем те или иные темы, продолжаем обсуждать. Чат не закрывается, то есть люди сначала занимаются, задают вопросы, а потом просто общаемся. И надо сказать, что меня радует, что каждый выбирает деятельность по своему вкусу, то есть кто-то становится трейдером и занимается трейдингом, ну там очень, так сказать, быстро торгует, а кто-то становится инвестором, и мы обсуждаем инвестиционные идеи. Вот сейчас, например, в этом чате, в общем, обсуждаем грядущее возможное повышение ключевой ставки Центробанком России и как в связи с этим меняются доходности по облигациям. Вот, посмотрите. Ну, то есть, нормальный, сказать, как бы интересный диалог идет. И мы тут делимся. Вопросы возникают уже в ходе работы по поводу того, там, ну, какие-то, так сказать, там, как с личным кабинетом, что, где. И оперативно, конечно, ну, все друг другу помогаем. Вот видите, вот по облигациям это последнее. Вот, мы друг другу помогаем. И, ну, я рад, что люди начинают инвестировать, я рад, что люди начинают работать, а некоторые говорят, ну вот дай мне готовую стратегию, как выигрывать, друзья мои, готовой стратегии нет, в принципе, дело в том, что фондовый рынок, он такой же необъятный, как и наша с вами жизнь, и у каждого свой темперамент, у каждого человека свой характер, и каждый выбирает, как он будет работать на фондовом рынке по себе. То есть мое дело только познакомить, привести вас на фондовый рынок, ознакомить с теми инструментами, которые есть, а уже что вы будете дальше делать, то, в общем-то, это каждый выбирает сам. Меня очень радует ребята, которые становятся вот, ну, серьезными инвесторами, они попробовали, например, трейдингом заниматься, ну, не получается, и вкладывают в облигации сейчас вот там в различные акции. Мы анализируем, какие сектора экономики пойдут вверх, там, сказать, там, какие вниз, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень здорово, обмен мнениями, и мне это очень нравится. Мне нравится то, что старт вот этому дал, ну, многим ребятам я. И я хочу сказать, что вот прямо сейчас, с 15 числа, стартует новый, уже четвертый поток моих курсов «Биржа для чайников». И если вы еще не записались на него, то есть возможность успеть. Он стартует 15 числа, это будет воскресенье, 15 сентября. Записаться можно на моем сайте dimitkovyur.com. И, друзья мои, это правда интересно, это здорово. Ну, если вы захотите продолжить, то можно продолжить. Вот, некоторые пытались продолжить, заплатили за уже 50 тысяч за другие курсы, но говорят, что нового узнали мало за эти 50 тысяч. Мои курсы стоят всего 5 тысяч, и это серьезный, хороший старт. И очень, в общем сказать, за небольшие деньги. Поэтому милости просим, время еще есть, места еще пока есть, но, в общем, уже набралось достаточно большое количество людей, я с огромным количеством людей просто не справлюсь, больше 50 я просто физически не смогу набрать, потому что комната вмещает до 50 человек, вот, но 50 еще нет, так что можно еще успеть. Запись, повторяю, на моем сайте, ссылку на него вы сейчас видите. До встречи, друзья, приглашаю вас в мир фондового рынка, в мир инвестиций.